Спорная ситуация, когда виноватыми друг друга считали СТО и владелец машины, которая протаранила ворота станции, суд встал на сторону автолюбителя. Напомню, в конце мая житель города поставил свой Hyundai на ремонт, а когда стал забирать машину из СТО, говорит, что она оказалась без тормозов, а потому он въехал в ворота. Вот эта ситуация с камер видеонаблюдения. В свою очередь специалисты станции уверяли, что мужчина просто не справился с управлением и полностью виноват в случившемся, и значит, должен возместить ущерб. Ремонт ворот, который вытянул на все 100 тысяч рублей, и, конечно же, ремонт машины. Это еще в пределах 50 тысяч. Однако платить деньги автовладельцу не придется. Эти расходы лягут на СТО. Более того, суд удовлетворил требования автовладельца к станции не только в плане материального ущерба, но и морального вреда, плюс штраф. Было решение мирового суда под председательством судьи Шнайдер. Он взыскал полностью в пользу моего доверителя сумму. Так же, как закон о защите прав потребителя действует, был взыскан штраф. Я считаю, что в данном случае были реальные нарушения. Не была обеспечена безопасность автомобиля. Ну и это проблема СТО.